Внимание, внимание, всем выжившим! Военная база «Исход» захвачена и терпит бедствие. Обнаружены новые зомби-угрозы. Взломаны турели безопасности. Выжившие, ищите аванпосты, добывайте припасы, чтобы жить. Проклятие, они повсюду. Дрожь усиливается. Нужно добраться до следующего бункера, иначе мы в беде. Погнали. Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Мы сегодня начинаем прохождение игры Yarn Today Rogue. Так, ну, мне нужно настроить управление. Так, ну что, проверим. Так, у нас тут еще балансировка, ребята. Я пока кнопки оставил, чтобы не забыть. Потом, ребята, я их замажу. Так. Надо мне посмотреть, как он. Как у нас тут. Ага, балансировка нормальная. Слушай, ну первый путь, наверное, будет у нас простенький, мне кажется так. Так, 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 тихо, 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 тихо. У нас горючки хватает? Хватает. Все, у нас норм. Тихо, тихо, не надо так. Слушай, да и зомби пока здесь, как мы видим, довольно ватные. Так что норм. Давай, 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 мужичок, газуй. Нормально. Игрушка вышла, ребята, абсолютно недавно. Опа-на. Что тут? Ядрёно. Что это, черт побери, было? Снаружи мне не выжить. Мне нужна машина, любая машина. Выглядит как отличная отправная точка. Окей. Используйте джойстик. А, тут еще и вот так вот. Так, ну что, мы можем двигаться. У нас 10 патронов и 100 хп. Нажми. Ага, кнопка для прыжка. Все, я понял. Слушай, ну это что-то новенькое, ребята. В прошлых частях мы не могли с тобой такого делать. Прыгать и там подобное. Подожди секундочку, а как мне сюда запрыгнуть? Ага. Так, вниз, чтобы спрыгнуть. Йоу, просто... А, мы стреляем автоматически. Тихо ты, утырок. Так, найдена новая деталь машины. Нифига себе, ребята. Мы тут с тобой ищем детали для тачки. Это что там, крыса? Так, мы и баксы здесь собираем. Слушай. Нормально. Так, таинственный напиток, динамит, адреналин. Что мы выберем? Давай динамит. Это дохлая крыса? Дохлая. Так, ну что, отсюда можно сваливать, да, по идее? Я нафиг сюда лучше встану. Опа, опа. Они, оказывается, еще могут, ребята, прыгать за нами. Так, бур, воздушные лазеры, бомба, сапоги. Давай, наверное, возьмем бур.
Так, здесь больше ничего нет у нас. Выходим. Ауч! Больно, засранцы. Так, тазер, большой кофе, воздушный лазер. Давай лазеры проверим, что это такое. А, смотри, вокруг меня два таких маленьких дрона. Надеюсь, я прав. Ну, слушай, мы сможем... Тихо, ребятули. Ну, спокойно, ну. Спокойно. Так, реактивный ранец, двойной магазин. Давай двойной магазин. Слушай, ну мне нравится. Пока все очень даже неплохо. Так, шанс крит или лечение? Шанс крит. А, ты нашел сейф. Получи специальную награду после просмотра короткой рекламы. Ну давай. А, тут по принципу рулетки. Так, я получил здоровье 15%. Так, тихо. Блин. Это мои патроны летят или это кто-то стреляет там? Оу, там пушки. И они против меня, ребята. Нормально? Давай, завалим ее. Блин, она должна, по идее, против зомбарей, а тут против меня она. Здоровски. Слушай, мне надо, наверное, двойной магазин или еще что-нибудь такое. Или... Хотя я взял двойной магазин. Так, судя по всему, друзья мои, тут еще будут боссы. Так, две пули воздушного лазера, гравитационные сапоги. Насколько я помню, тазер — это электрошок. Проверим, как он работает. Где? Кто? Ё-просте! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, минус пушка. Друзья, мне надо будет здоровье подлечить. В обязательном порядке, кстати. Так, ну мы с тобой нашли одну деталь для машины. Я так понимаю, мы должны будем найти вторую деталь. Ё-просто, тут новый зомби. Черт подери, они чем... А чем они стреляют? Так, ребят, я что-то нашел там. Выпал, точнее, что-то. Ну... Тазер, ребята, срабатывает с определенной периодичностью. Он не на постоянку бомбит. Что же вы такое мы нашли? Двойной магазин, так. Кинетический мусор. Давай, наверное, я возьму реактивный ранец. Во. Черт подери, ребята, босс. Ядрен матрен. Он меня ушатает, ребят. Он меня ушатает. Я сам виноват. Слушай, но очень даже неплохо. Очень, друзья мои, неплохо. Так, дерево навыков даже здесь есть. Кажется, нам нужно улучшить свои боевые навыки. Давай проверим дерево навыков. Для начала давай повысим нашу огневую мощь. Вот здесь я с тобой, парень, согласен. Огневая мощь, блин, я сразу заметил, что нам ее не хватает. И я чувствую себя сильнее. Так, смотри. Уничтожает значение навыка. Умножитель. А, умножает. Умножает. И вот здоровье, кстати, тоже нам не помешает. Плюс увеличивает сопротивление урону. Так, 66 баксов, ребята, у нас осталось. А вот это вот что? Смотри, тут какие-то нужны значки. Тут какие-то нужны значки. Так, ну это понятно. А с тачки это что? Нам надо будет с тобой найти, видимо, детали. Я все 30% прошел всего лишь. Эй! Внутри опасно. Хватай, поверап. Поверап. Золотое яблоко. Лечение при завершении комнаты. Оу. Вот несколько дополнительных миссий. Выполни их и получи дополнительные награды. Так, пройди 30 комнат, нанести 765 урона врагам, убей 50 врагов. Меня устраивает твои задания, мужик.
Спасибо, бро. В долгу не останусь. А, мы с тобой теряем. Ёпрсты. Мы с тобой теряем все, ребята, все наши эти. Так, грибы, наземные лазеры, большой кофе. А что с такой большой кофе? Давай проверим, ребят. Увеличивает скорость движения. Ладно, думаю, сгодится. Блин, без ботиночков-то, конечно, без реактивных, ну прям такой себе. Ну, огневая мощь чувствуется. А комнаты, кстати, я тебе скажу, всегда рандомно идут. Оу, шлем космонавта. Снижает урон и создает защитный барьер при повреждении. Вообще найс. Так. Засранцы мелкие, а. Но действительно как зомби. Зомби не отстают, ребята, от своей жертвы. Так, баскетбол, реактивный ранец, бур. Пули... А, пули пронзают врагов. Давай баскетбол глянем. Пули отскакивают от стен. О. Оу. А, шлем... Шлем одноразовый? Шлем, ребят, одноразовый. Ну, кто же этого знал? Я, например, даже додуматься не мог. Что, шлем здесь одноразовый? Так, спички, баскетбол. Пули отскакивают от стен. Так, гравитационные сапоги. Что дают они нам? Снижает гравитацию. Ага, я вижу, ребята, мы с вами можем прыгать получше, так скажем. Мне нравится то, что мы с тобой восстанавливаем здоровье. Так, скорость атаки или лечение? Скорость атаки. Подожди, у меня такое ощущение, что... Не, нельзя. Давай пропустим. Ауч! Сейчас я его завалю, ребят. Сейчас я его завалю. Все, завалил я гаденыш этого. Нормально. Слушай, ну... А вот это было подло. Зомби с твоей стороны. Это было очень подло. Блин, турели все равно, ребята, получают мало урона. Так, бутылка воды. Эхо-магазин. Таинственный напиток, давай глянем. Враги плавятся со временем? Это как? Ой-ё! Да твою налево, я там не могу прыгнуть. Блин, турель для меня пока большую опасность представляет. Что? Мы с тобой при приземлении создаем вот такую вот взрывную волну? Да ну, блин! Ну почему-то враги, а турели-то почему мне не плавятся со временем? Бензин, адреналин, воздушные лазеры, бензин. А что дают бензин? Враги горят со временем. Нет. Нет. Да вы что вы вытворяете-то, а? Они и горят, и плавятся, блин. Что там с них только не происходит, ребят? Да ладно, новая... мы с тобой, наверное, отсюда не сможем уйти, пока не соберем тачку. Вот оно что. А что это такое? А, ну это прыжок. Нажми, чтобы разблокировать. Баксы. Это специальная награда. Нет, я перебьюсь. Так, слава богу, хотя бы крысы не могут прыгать, блин, то... Было бы не очень приятно. Сам себя загнал в какую-то парашу, блин. Летят снаряды, не чтобы идти вперед, я начал отходить назад.
Так, растет солнце. Так, от трех. От одного до трех случайных препаратов. А что за бутылка воды? 25% лечения. Избыток увеличивает максимальное ХП. Вот так вот, ребята. Что-то мне не нравится этот этап. Да ну нафиг! Ага. Так, последняя пушка. Есть. Так, я прошел тут долбанную комнату. Ой, вышел. Давай, 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 вот это вот. Так, мы разнесли. Там еще одна остается. Все, ребята, ее подбили. Бомба-сапоги увеличивает размер взрыва. Жидкий азот, аккумулятор. А жидкий азот что делает? Замедляет врагов при попадании. Блин, тут у меня ХП очень мало. Я вижу, что они замораживаются, но... Давай, давай, есть. Ну, 25%, ребята, здоровья. Ну, 29. Так, лечение. Всего-то? Ребята, я нагляну. Ну, что, дайте лечение. О, блин. Дают золото всего 15. Ох, ёпарасете. Все, друзья мои. Я не увидел эту крысу. Давай. А, у меня нету. Не хочешь еще, да? Нет, бесплатно. Ну, вставай, 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 мужик. Слушай, с фул ХП. Но, а, нет, бонусы сохранились. Бонусы, ребята, сохранились. Где там эта турель долбанная? Блин, ну 71 хп осталось. Но ведь это никуда не годится, друзья. Ауч! Что надо было так тупануть-то, а? Сейчас разберусь с этой турелью. Воздушный лазер и эхо-магазин. Давай, наверное, воздушные лазеры. Плохо, что мы не умеем приседать. Это бы очень бы мне пригодилось бы. В некоторых случаях. Есть. Ёк-макарёк. Ауч. Тихо ты. Да ядрён матрён. Ну, нельзя прыгать тут, понимаешь? Это когда... 56 здоровья. Пушка, ё-моё. Что за царь пушка-то? А почему? Там было написано, когда ты нажимаешь, ты можешь присесть. Я здесь ни хрена, ребята, не присел, блин. Сложно. Мы уничтожили первого босса. За уничтожение первого босса нас наградили специальным ящиком с ценностями. Что же тут? Ключ? Пойдем в лавку торговца и разблокируем наш первый ящик с оборудованием. Содержит одно обычное или необычное оборудование. Ну-ка. Отлично, теперь у нас есть новое снаряжение. Пойдем в оружейную и установим его. В оружейную. Так. Спутниковый телефон, бонус редкости. Ну-ка установить. Установленный объект улучшает наши характеристики и делает нас сильнее в бою. А, мы можем апгрейдить. Давай.
Так. Ага. А здесь что? Здесь мы можем дальше прокачиваться. Так, увеличивает сопротивление урону, силу атаки. Обязательно, ребята. ХП, конечно, бы надо бы. ХП открыть. 80 золотых. У меня нету столько пока, ребята. Столько золотых у меня нету. Так, звезды. А что вот это означает? Ага, уровень. Ну-ка. 20 голды. Слушай, 20 голды мне хватит открыть вот этот ящик. Бинокль обычный. Слушай, подожди, а... атака плюс 4, а здесь? Атака плюс 5. Нет, разбирать не будем пока. Я вот этот поставлю. Установить этот. Бинокль нам пока не понадобится. Пока, ребята. Слушай, но неплохо, неплохо. А это что? Поделиться? Ага. Поделиться в сети или оставить комментарий. Ребят, нам нужно еще дойти до одного. Мы двух боссов мальнули, получается. Я правда не знаю, где там. Так, 128 хп. Хватай, пауэрап. Давай вот этот. Бутылка воды нормально. 140 здоровья. Но не забывай, что мы начинаем все заново. Но теперь мы более прокачаннее. Я прокачал пушку и все остальное. Так, что за эхо-магазин? Стреляет плюс одной пулей. Ауч! А, две пули он выпускает сразу же. Слушай, ну это хорошо. Двойной магазин. Лечение при завершении комнаты. Враги горят со временем. Что значит плюс одна пуля рядом? Ну, кинетическая голограмма. Вращающийся защитный барьер, блокирующий урон. Нормально, кстати, бомбим. Ты посмотри как. Плюс еще одна кинетическая. Вот мусор я еще не видел. Так, скорость атаки, лечение. Итого у нас 146 хп. Наверное, перебьемся пока от ящиков вот этих. Ну чё, хмыри? Не кинуть свою парашу, да? А я вас размету. Так. Вообще изично. Такс. Уровень второй. Скорость движения. Увеличу скорость движения. Давай-ка я, наверное, возьму лучше золотое яблоко, друзья. Ты видел, как мы с тобой турель зафигачили? В 3 секундочки. Хм. Ёпрсты, новые зомби, друзья мои. Ты видел, как меня защита голографическая вот эта прикрыла? Я думаю, ты это прекрасно видел. Так, больше лечения при завершении комнаты. Адреналин. Временно увеличивает скорострельность после убийства. Ух. Это босс. Ну турель-то будешь бомбить-то. Есть. Нормально. Очень даже неплохо. Разблокируем. И на халяву, ребята, получили с тобой. Так, попускаем. Ты глянь, как мы с тобой нашинковываем, а.
турелина вообще теперь не в указ. Нет, конечно, хотелось бы еще немножко побыстрее. Враги плавят со временем. Да нафиг мне твои враги плавят со временем, когда одна пуля рядом. Это лучше всего. Враги плавятся рядом, это надо офигеть как прокачивать, чтобы они плавились. А так у нас с тобой все очень даже неплохо. Ты посмотри, мы с тобой просто на высоте. Как тебе такой расклад? Так, спички, спички, а грибы? В комнате растут лечебные грибы. Ну, это вообще шоколад. Так, 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 подожди. Ха! Найс. Так, шанскрит или лечение? Давай, наверное, шанскрит возьмем. Потому что, ну, с лечением у нас вроде бы норм. Это я пропущу. Так, где эти дурачки? Вон они. Вообще запинал. Даже, друзья мои, не почувствовал. Ну ты посмотри, какая красота, а? Пронзает, пуля пронзает врагов. Давай, пуля пронзает врагов. Минус турель. Ну где вы там? Вон она, турелька. Ауч! А вот они грибы, да, лечебные? Ну, они, конечно, восстанавливают здоровье. Подожди. По три единички, да? А вот это было подло. Да я не могу здесь ничего сделать. А что тут делать, ребята, блин, ну? И вот что мне сейчас, вот как я тут буду делать, ребят? Да ладно. Фьюх. Дайте грибочек хоть съесть. Так, 68. Больше грибов нету. Ну давай. Деньги, да? Да в плане я его не увидел, блин. Да и грибы, грибы мне нужны, лечебные вот эти вот. Че, все, больше грибов нету? Тут видишь, не через все препятствия можно перепрыгивать. Вот, вот эти вот можно, а вот эти вот нет. О, вот это я попал, вот это я попал сейчас под раздачу, называется, ребят. Да. Крысы, вы откуда беретесь? Плакат разыскивается. Выбранные враги получают 35 урона. И я взял плакат с каким-то червем, кстати. Игра, ты сейчас издеваешься надо мной, да, блин? Где грибы, блин? Неужели я все грибы уже... Да, тут, наверное, два грибочка было. 21. Почему восстанавливается так мало здоровья, а?
Да ладно, неужели? Лечение, конечно, ребята. Ну, глянуть придется. Ну, дай что-нибудь путевое, пожалуйста. Так, атака. Плюс 15 к атаке. Да ладно, он, я думал, что он не сможет с разбега забежать, но он смог. Так, грибы. Больше грибов нету. Следующая комната у нас. Ну как же без турели? Ну как же без турели, ребята? Ну дадут тебе пошиковать без турели, конечно. Блин, я хотел на самом деле. Мало ли, что я хотел. Ой! Ну чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть, друзья мои, не хватило. Совсем капельку. Подарок. Ну давай глянем. Открыть, конечно. $100, спасибо большое. Ага. Я получаю, ребята, 3-й уровень. Что дадут? 20 золотых. Так, ребята, у нас с тобой есть. Слушай, ну смотри, тут можно эпическое снаряжение найти. Давай откроем один. Так он 300... А, тут и золото, я думал баксы. Нет, ребят, тогда не можем. Заработай больше токенов древа. Так, апгрейд. Восстановить здоровье после уничтожения босса. Угу. Это у нас на 2-м уровне, да, ребята? 200. Подожди, а может быть мне стоит прокачать здесь лучше? Соберу... больше чертежей, друзья мои. Больше. И здесь нужно больше чертежей. Но тогда древо. Тогда древо. Ну что, давай еще заходочку сделаем. И, наверное, будем на сегодня закруглить подарок. Следующий через 2 минуты 39 секунд. А мне такое ощущение, что вот это будет босс. Почему-то вот... Так, ну давай вот это возьмем. Power-up. Начинаю как сосунок просто-напросто какой-то. Баскетбол. Давай пули отскакивают от стен. Да твою, блин. Эхо-магазин. Нормалек, нормалек. Так, гравитационные сапоги, воздушные лазеры. Хотя сапоги гравитационные тоже, ребята, неплохо. Мы же видели, что они делают. Гильотина. Так, 100% шанс крита урона для врагов с низким здоровьем. Такой себе. Шанс крита возьмем. Ага. Блин, ну урон все равно маленький, ребята. Прокачивайся, прокачивайся. А урон как был малюсенький, так он малюсеньким и остался. Ну надо было вот так вот нелепо, ребята, попасть, а? Да пошел ты, знаешь куда? Слушай, горячая картошка. Что это такое? Пули отскакивают в
голова, они пули отскакивают от врагов. То есть они их, ну, убивают и в то же время отскакивают от них же, да? Да почему я не могу прыгнуть-то нормально, блин, когда они... То, что они, наверное, тоже прыгают, ребята, поэтому... Так, разыскивается, разыскивается. Увеличить порог казни. Мне кажется, это будет боссом, поэтому, ребята, я беру этот плакат. Это первый босс. Босса, как ты видишь, здесь намного проще, чем, блин, эти самые турели. Вот с турелями беда просто. Блин, курточку бы дали бы мне. Курточку хочу. Но, как ты понимаешь, хрен тебе не курточка. Е! Так, адреналин, время... Ага. Взрыв, лишь скорость движения. Давай, наверное... Скорострельность увеличим после убийства. Ну, мы убиваем, например, врага, и у нас сразу скорость повышается. Е, ну тут вообще быстро разобрались. Тут прям скилл зарешал. Какой-то трэш, блин. Я, наверное, грибы возьму. Я возьму, ребята, грибы, ну, сам понимаешь, хил есть хил. Отлично, отлично. Прям найсово здесь вот. Вот здесь мы прошли с тобой на одном дыхании. Шанс крита. Шанс крита меня интересует. Так, это перепрыгиваем. Мне нравится то, что... Блин, то, что пули у нас отскакивают от стен. Поэтому, ребят, мы наносим дополнительный урон. Но по ХП... По ХП пока проседаю. Да, блин, я думал, что я его завалил. Блин, горелый, а. Давай кинетическую голограмму возьмем. Так, 118. А есть еще один грибочек. Я не вижу турели, которые стреляют тремя снарядами, ребята. Вот именно эти турели меня больше всего вымораживают. Да и гриб сожрать. 125, 127 и... Так, давай дальше. Стоят. Выжидают, ага. Да-да-да-да-да-да, конечно, конечно. Так, ну здесь придется выйти. Так, ребят, 136 здоровья у нас. Это то, что я думаю, нет? Да, это, по-моему, то, что я думаю, ребят. Да ну в плане, я же нажал, блин, присесть, твою мать. Ну, встаем. Блин, главное, чтобы опять не вляпаться в эту дребудень. Хорош, так, давай подлечимся. На 148. 147 хп. Так. Блин, прикольный дробовик он там. Но мне почему-то... Мне дарят баксы в основном. Так, минус турель. И минус зомби все. Ну,
Ну давай, 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 давай. А там еще одна турель, блин. Есть. Готово. Так, это 11 уровень. Мы с тобой погибли в тот раз, по-моему. То ли на 12, то ли на 13 уровне. Это я точно помню. А, нет, мы погибли, где у нас очень много, ребята, этих. А где у нас очень много было пушек. Вот это он, по-моему, нет? Так, хорош. Есть. Но, по-моему, это не тот уровень, ребята. Тот был похуже немножко. Лечение. Хотя и урон тоже бы пригодился. Давай возьмем вот это вот. Ну, что дадите? Здоровье. Так. Есть. 160. Подожди, а ведь я не получал урона. Почему у меня... Почему я здоровье потратил? На чем? Вот это вот пипец просто. Зомби, ребята, здесь не пропускать тебя. Если ты встаешь. Ну, то есть ты вот если ты уперся в зомби, все. Сделать ты ничего не сможешь. Нет, тут больше ни шиша. Ох, нахватал. Нахватал, друзья, урона. Так, гриб подобрали, 152 хп. Почему пушка-то не замораживает? Она же должна замораживаться, насколько я помню. Фью. Так, галитина. Фейерверк. Что такое фейерверк? Враги превращаются в фейерверк. Оу, раздутый босс, ребята. Тут еще какая-то слизь падает. А, вопрос. Он стал огромным. Я такой медленный. Что он со мной сделал, засранец? О да. Ну еще две детали нам надо. Друзья, нам еще нужно две детали. Слушай, я же могу вот эти вот ящики же забирать, да? Так. Так. Мы новый уровень получения, четвертый. 20 золотых. Пропуск престиж. Новая особенность. Месячная карточка. Тебе нравится? Да, нравится. Так, попозже. Но неужели? Золотая броня. Ну, хоть что-то дали. Так, у нас еще подарок здесь готов. Так, 150 долларов. Бесплатно. 2500. Вау. А что за мечная карточка? А, я понял. Еще подарок. А для чего нам ключи? А, чтобы открывать ящики. Все, вспомнил. Так, друзья мои, новая броня. Установить.
Я ее, наверное, немножечко проапгрейжу. Понятно. Так, я могу телефон апгрейдить. Здесь. Так, это улучшено. А где токены, интересно, брать? Апгрейд. Апгрейд. Так, дальше нам нужно с тобой зарабатывать левел. А вот и ключ, друзья. Эпический сундук. Оу, ржавый шлем, необычный. Друзья мои, необычный. Он дает хп 70. Ядрен, матрен, я его еще и апгрейдить могу. Итого он сколько дает нам? 80 хпшек. Так, тут еще, я так понимаю, прицел будет и будут ботинки. Тенистые пески. Так, ну я так понимаю, ребята, пока мы с вами детали для машины не найдем, мы отсюда не уйдем. Слушай, ну у меня же вроде бы два ключа было, разве нет? По-моему, да. Тачка у меня до сих пор еще сломанная. Ну что, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй, мы, наверное, закончим. Пишите свои комментарии, как вам игра. Лично мне понравилось что-то новенькое. Тут, я так понимаю, и гонки будут, и будут вот такие вот стрельбы. Ну, в основном, наверное, акцент будет все-таки на стрельбу сделан. Но, тем не менее, она мне нравится. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.